Осторожно, свиной грипп. На Ямале зафиксированы новые случаи заболевания высокопатогенным гриппом H1N1. Наличие этого вируса лабораторно подтверждено у 19 жителей Нового Уренгоя. Среди заболевших есть дети и беременные женщины. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением врачей. Все заболевшие высокопатогенным гриппом в городе Новый Уренгой – это непривитые люди против гриппа. И также зарегистрирован один случай летального исхода от внебольничной пневмонии, вызванной также высокопатогенным гриппом. А наши пациенты больны тяжелыми формами внебольничных пневмоний, тяжелыми формами острой респираторной вирусной инфекции, обследуются на высокопатогенный грипп в ПЦР-лаборатории города Ноябрьска. И на сегодняшний день все случаи обследования высокопатогенный грипп не отрицательны, не подтвердились. То есть среди пациентов Губкинской городской больницы случаев высокопатогенного гриппа не зарегистрировано. Мониторинг эпидемиологической ситуации в городе продолжается. По данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей, наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями на 11%. Медики настоятельно рекомендуют при появлении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу.